Итак, сегодня я научу тебя стрелять и управлять молнией. Первое правило – ты должен прочувствовать молнию в своем теле. Второе правило – ты должен сосредоточиться. Третье правило – ты должен просто стрельнуть молнией. Сейчас я покажу, как это выглядит. И это все? Давай пробуй уже. Ладно. Это кто мою антенну взорвал?